Так, все, всем привет. Сегодня мы выживаем читом. Чит у нас от KFF Team. Лишь баунти читс. Давайте мы будем сейчас бегать, прыгать, убивать. Давай, вижу. Попытаемся. Я вижу. Сейчас подойдем поближе. И там с 90 км мы начнем по ней зажимать. Ты уже наяриваешь? Нет. Хорош. Так, они немного прыгают, там я просто. А ты по дому стреляешь? На пацан серу формат, походу. Ой, я по мне с болта стреляю. Сейчас это мы еще крыса на крыше убьем. И по дому чувака убьем. Пацан по дому лутал. Вот так вот, крыша. Крыша. Так, я по нему попал прям хорошо, он, наверное, не будет сейчас лазить. Я пока золотаю этого тела. Что, у него болтовка. Хилок долго. Сейчас я тебе броню дам. Тихо, лэрочка. Да он не будет подходить к дому. Не подходи. На крыше может сидеть. Ладно, оденемся. Хорошо одежда. Не тебя уходить. Его, он люк закрыл только что. Ворота открыты. Понятно. Желаю, пока нет. Ладно, иди сюда. Это кто сиськи? Это они бахар, кстати. А. Одевайся. Тебе калаш дать? Или могу там стрелять с патронами? Нет, у меня есть танцы. Хилок дать? Да. Вот хилки бы не помешали. 18 штук хватит? Да, да, да. Это много даже. У меня дофига. Стреляй по нам. Да, вижу. Блядь, это что такое было сейчас? Сразу бабка что-то прилетела. Смотри аккуратно, чтобы он тебя не обнул с крыши. Ты похиль меня, а потом подымай сразу. Всё. Ну, сейчас Леона прихватим. Болт я поднял. Поднял много раз. Мне кажется, немного звуки громковатые будут. Надо сократить. Все, сократил. Чего, блин? Я не понимаю, я просто забегаю за стенку и меня убивают. Бомжи по берегу бегают, походу. Непонятно. Я вижу. Он один спит, бомж. Не, вот они тут притыкают. А, они в хате вообще. Это хата, типа зарейженная. С болта стреляют рядом. Можно зарейдить посадку. Слышь, надо с посадки зарейдить. Просто надо. Даже не можно, а надо. На крыше. Готов, парень. Улучшает. Быстрее залазь, быстрее залазь, быстрее залазь, быстрее. Быстрее. Сука. Быстрее, быстрее, блядь. Я лохопед. Вот, пёс закрылся. У него резкость. И чё, а чем он? Дерево закрылся? Нет, камень. Сука. Иди золотай вот этот парня. Пупу. Ух ты. У него оружие есть. Вилки есть? Нет, там, я не посмотрю. Ой, блядь, ну вилки ты, понял? Какие ганы, блядь, у неё. Там пацаны перестреливаются, пришли туда. Кстати, два золотых пацана походу бежит. Ой, это опасно. 180 метров. Чё, чё опасно? Не вижу. Прямо, прямо. Там я просто места нету, у меня просто места нету. Понял. Сейчас, в принципе, выбрасывать всё не нужно. Да, волк один. Ты одну быстро скорострельный, блин.
Миша уже бомбить начинает. Умер. Обезаима пытался убить. Пиздец. И так далеко ты еще стреляешь? Ты далеко убежал? Ну я тут по берегу бегаю. Тут пацан бежит на меня. Вообще тебя не вижу, блядь. Нет, не сдохну. Не дал сдохнуть. Можешь вверх стрельнуть? Да. Кстати, пацан принес хилки нам. Стрельни вверх сейчас, зараза. Сейчас. Подожди. Слышу. Пулемет принес нам, парень. Да ладно. О, давай на хом. Да зачем на хом? Давайте хил это дам, все, и пойду его нагибать. Сейчас вообще для серии будет. Ой. Я тебя вижу, сейчас я к тебе приду. Ты куда бежишь? Назад развернись. Раз назад развернись. Ты вообще бежишь. Блять, я правильно бежал. Не-не, на меня. Блин. Вот он я. На тебя бегу. Короче, забираю это все. Да, я нахуй прилечу. Так, половину патронов, наверное, забери. Я сейчас что-то с домом придумаю. Томпсон. Мне с тобой поверить или нахуй полететь? Ну, нахуй, наверное. Ой. Все, я пойду раскатаю еще, парни. Они там ничего не бомбят? Да, в принципе, у них не такой-то и лут топовый. Ну, пулемет я у пацана выдал. Не, я говорю, то, что ты мне скинул. Могу и с тобой убежать. Можешь одеться, в принципе, и попытаться постреляться сейчас. Вот попробую сейчас калашу. Так, я не понимаю, эти пацаны, это те же будут. А там уже точно не те. Сейчас возле дерева бежишь, да? Да-да-да. Там пацаны. Просто я по тебе если буду стрелять. Так, он стоит точно. Все, два патрона. Труп. Сразу же. Попадали? Да, попадали, да. Кому интересно, можете попросить, я скинул свой КФГ. Да, я слышу, они там на крыше сидят. Точно смотрим, как у нас на пулемете работает. Готов. Все отлично. Да, все отлично. Просто КФФ Team просто рекомендую. Хороший чит. Вот так вот. По мне сзади стреляет, слышишь, помоги. Походу с этим, тоже с читом, блядь. Опасно, опасно, да. У меня ни хилок, ни хера, ни сейчас, блядь, бинтами, бинтами хиляться буду. Бери, короче, забирай тут у этого пацана, он... пытаемся отвезти этих пацанов. Хотя ладно, не надо лезть, в доме сидят. Прок вообще никакого не будет. Да не, с дома перестреливаться, это бессмысленно. Ну да. Тем более у них пулемет еще. Они, блядь, боятся из дома выйти. Пойму, это сейчас твою голову увидел, на тебя бегу или нет? Да-да-да, ты можешь. Все, блядь. То есть пацан только на пляже в этой хате, которую мы катались. Он не стреляет. Так, я. Именно клево оторвало. Нет, большое расстояние. Да, да. Так, посмотрим, что этот парень там делает. Ага, тут ловушка есть. Если мы запрыгнем, то сюда никак не убраться. Я понял. Ух ты. Какой-то бомжачок был, а? Да. По компонентам нормально, так 100 угля. Уголь тут ценная штука. В принципе, да. Так. Я, наверное, на хом полетел. Одни сурезы, чтоб не это. Что-нибудь с домом придумаем пока что. Чуть понять не могу, понимаешь, что я... Понял.
Я улетел, что меня там рядом нету. Окей. Так, давай. Попытаемся. Ты чё? Прячемся. Надеюсь, меня не крашнет. Ой, прям возле меня стреляют. Прям возле меня. Это ж вы, наверное. Возле тебя нет. Я могу принести на дом тэпнуться и побежать туда. Давай, ты лучше бежишь. Я тебя, я вижу тебя на карте, кстати, уже. Значит, вот там вот возле меня стреляли. А я сейчас бегу тут недалеко. 140-149 корпус от винтовки у вас. Нормально. Давайте, наверное, подрубим еще вот эту фигнюшку. Чтобы удобнее было бегать. Удобнее наводиться. Готов. Второй. А, это ты стреляешь, я понял. Здесь, в принципе, недалеко до нашей хаты. Наверное, не попаду. Далеко сильно. Так, пацаны в доме сидят, они боятся выходить. Вот так. Ух ты, слышишь, видел? Скин на бронированную дверь есть. А, ну да. Прикольный. Ладно, наверное, закончим на этом серию. Всем пока.